Привет, с вами команда Pagumax, и сегодня мы покажем вам внутреннюю кухню наших проектов. Ключевой ингредиент видеомэппинга – это контент. Комбинируя визуальные эффекты, звук и элементы интерьера, мы создаем повествование, участниками которого становятся сами зрители. Недавно мы реализовали проект по 3D-анимации персонажа и решили подробнее рассказать о процессе разработки. Персонажная 3D-анимация – одна из самых сложных в производстве, а реализация такого проекта всего за неделю – практически невыполнимая задача. Но мы справились. Итак, поехали! На начальном этапе проект отправляется в креативный отдел, который занимается разработкой идей и концепций, подбирает референсы, прописывает сценарий и составляет раскадровку. Сценарии и референсы передаются 3D-моделеру и аниматору. Далее нашего персонажа нужно заригать. Риг — это подготовка специальных управляющих 3D-элементов, за которые аниматор, дергая как кукловод за ниточки, управляет персонажем. Следующий этап — создание окружения. Создаем объекты и размещаем их на виртуальном столе. Теперь приступаем к самому сложному и интересному — анимации персонажа. Если правильно деформировать объект в каждой точке времени, 3D-анимация получается максимально естественной. Часто аниматоры берут референсы движений из фильмов или снимают себя, а потом анимируют по видео. Последний важный этап разработки — это озвучка. На этом разработка заканчивается, анимация готова. Сложно поверить, что все это можно успеть за неделю. С помощью нашей программы Pagumax Designer выводим изображение на проекционную поверхность. В данном случае это стол. Проект готов, ничего сложного. Для вас это выглядит так. Мэппинг — это маркетинговый инструмент, который открывает дополнительные возможности для привлечения внимания аудитории, получения мгновенного эффекта и создания сильного впечатления. Эта технология позволяет использовать любой масштаб — от малых форм до горных склонов, от скульптуры зданий до движущихся объектов. Мэппинг может быть инструментом, с помощью которого вы захватите аудиторию и донесете свое сообщение. На этом все. Увидимся!